Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Стаканчик, Васаби, Серега, как всегда, очень много подписчиков, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Всем привет. Сегодня мы играем на очень классной карте FNAF 7, потому что вы написали в комментариях, разорвали мне личку. В режим аниматроники пугают охранника. Мы, Серега, вдвоем. Охранники и 6 аниматроников. Это реально какая-то будет жесть. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Эй, аниматроник, ты не имеешь права открывать эту дверь, так что получи калиткой по щам. Ой, ногами по лицу. Ребята, не забываем ставить лайкосик, подписываться на канал, потому что ролики выходят каждый день. Стараемся записать что-то очень классное. Ну, в принципе, то, что вы пишете. Че, выживаем, Димас? Да, я же слушаю, где они ходят, и привезли миллион звуков. Это же круто. Сейчас, опа, до свидания. Обычно у нас там 2 аниматроника, 3, а это 6 штук. Это прямо какая-то крутизна. И знаешь, что нам, Серега, большой плюс? Какой? Тут нет энергии. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! Калитка закрытая у меня. Давай эту закроем тоже на всякий случай. Эй, ты слышишь, там не ходи, телепортируйся. Я кекс ломал. Серега, пошли. Давай. Уходим отсюда, а то страшно как. Эй, кто-то фонарик оставил новый, поэтому и подлагивало у меня. Так, Сережка, обнули карту. Димас, я знаю более простой способ, как это сделать. Вот. О, реально, я думаю, то что у меня не 120 FPS, а 119. Так, давай, быстрей. Ну реально лучше стало, дайте миллион раз. Пацаны, так что лампы нельзя ставить, ставьте не лампы. Ставьте лайки. О, точно. Больше лайков, больше света. Закрывай калитку, мы успели с тобой, Серега. Ну профессионалы же, ну. Да. Давай, пошли сюда. Лезь, Димас, лезь, я им сюрприз оставлю. Давай. Насрать решил или что ты обычно им там делаешь? Да, посрать, я же этим и люблю заниматься, срать везде, засирать. О, вижу, вижу, справа вот. Ага, я понял, ты псих. Да. И на двери прилепи на всякий случай. Давай, на двери. Прям на входные лупаш. Или не клеится? О, вот так вот прям. Так, Сережка, я вспомнил, что мне надо идти. Ты же понимаешь, чем больше бомб, тем больше радиус у них. Конечно. Я понял, ты решил взорвать горисмод. Да ты что, псих? А ты можешь взорвать после смерти их? Нет. А как я? Димас, я текаю. Давай, активировай. Подожди, я открываю двери. Димас, эй, пацаны, текай. Уходить. А, ты до сих пор кидаешь их? Взрывай. Взрывай, Сережка. Так они все свалили. Да просто взрывай. Так, ночной режим активирован успешно. Лагает не успешно. Что лагает так ночной режим? Я видел. Ну, Серега, это было слабо. Давай дальше выживать. Все, Фокси. Ух ты. Это было больно. Все, текает. Ну, Фокси. Ну, пацаны, вы сильно много. Вы большие. Ого, кабаны. Серега, выходи, не бойся. Я их разогнал. Эй, балунбой, ты что пришел фонарик воровать, вонючка? Слышишь? Фокси болтают. Так. Серега, давайте помогу его выгнать. Ну все, выходи. Ой. Ой, их там еще двое. Слышь, подлец, выходи. Не могу двери открыть. Ой. Могу. Серега, ты видел, сколько их стоит? Ты решил, что его наказывать? Да. Я его вижу, кстати. Тоже. Ему не понравилось. Серега, ему реально не понравилось то, что ты так поступил. Так, я давай тоже оружку возьму. Почему бы и нет? Это что такое сейчас было, Серега, объясни. Давайте, например, возьмем оружие меч. Кто подойдет, буду бить по жопе. Больно, да? Серега, я его ушатал. Ты не того ушатал.
Это дубинка против аниматроников. Слышь, давай. Сейчас я возьму то, что убивает аниматроников. Давай. Нормально, пойдет так. Да. Стоит. Ты меня сорвал. Серега, отойди. Эй, я одного успел заморозить. У меня и после этого оружия этот увеличенное все кабаки. У меня физган как-то теперь торчит из жопы. Почему так? А я заморозил его или нет? Нет. Блин, я думал, я его успел заморозить. Так, окей, откуда? Я не вижу. Так, Серега, давай будем, наверное, все-таки их наказывать, да? Да, Димас, я беру админский петух, и сейчас я ему устрою укусик. Только ты ж меня не убей, давай не админский петух. Давай пистолет, Алекс, не ладно, это фигня. У меня теперь оружие из жопы все увеличено. О, я взял огнемет. Спасибо, Серега, помог. Красава, мне это понравилось. Не красава. А, вот так, Серега, знаешь, тупо с вентиляции вылез сзади меня и тебя. Ну, получается, сзади да. тебя. Я понял, что ты взял, я понял. А у нас есть оружка, которая дамажит с одного раза. Ну не с одного раза. Димас, ты тут давно знаешь? Монетка. Монетка? Это хорошая идея. А где она? Монетка? Я не бачу. Она на самом верху. В оружке. И четвертая сверху. А, во, бачу. Убегай. Монетка. Они новых аниматроников берут. Давай, Серега, атакуем по очереди. Нормально, давай. Ах ты, башка меня пробила банджой. Я в вентиляции запрятался. Эй, ты хитрый жук, как и я. А? Эти, сколько жизни у тебя? Так, монетка это говно. Давай что-нибудь лучше монетки. Давай да, давай петушару возьмем. Валим, Димас их. Погнали. Давай, иди сюда. Как тебя зовут? Уходи. Ну а что ты, пацан, знаете, хотел? Что? Серега, ты ж меня не убей. Как-то так. Я тебя не убью, Дима. Я убью их. Да. Так, нам надо как-то зашкериться от них, пусть они пытаются. Так. Димас, я выхожу аккуратно. Убил всех. Подлецов. Ты видел, как я их мочил? Да. А ты уверен в этом? Так, Серега, давай я поставлю, короче, вот здесь вот спаун, а мы будем в офисе, и пусть попробуют зайти. Да. Ах ты жопа. Ты смотри, что делается. Так, пацаны, давайте мы закроемся в офисе, а вы выходите все. Так. Дайте нам отдохнуть, а то вы сильно жестко нас прессуете. Дайте нам с Димасом это, выпить по... По чашечке кофе. Так, давай возьмем админский пистолет. Я вас понял, я убью. Пусть попытаются зайти. Давай, короче, твоя левая дверь, моя правая. Ну чё, попробуйте, не? У меня тут настолько пупырки стало. Нормально, Серега? Да. Вот это жесть, что мы творим. Ты псих?
Это жесть, тот... Ой. Идиот. Просто голивый. Именно голивый. Так, все, ребята, мы идем в офис. Закрываемся. Берем маску и сидим, никого не трогаем. Да, дайте нам отдохнуть. Все, пошутили и хватит. Выживание продолжается. Разве шутки были? Ну, конечно. Так, что у меня для вас еще есть? Серега, у меня есть для них тоже классное оружие еще. Сейчас покажу. Нам надо скачать какие-то гранаты отталкивающие или что-то такие вещи. Блин, хотел улететь за карту, но не получилось. Нормальное оружие? Я вижу, как вы умираете. Просто на спаун смотрю. Давайте, давайте, умирайте. А, не, умирают. О, все, не умирают. Ого, во сколько. Эй, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Delicious.